нами уже? Я вас всех приветствую. Да, дочь нашла себе занятие. Ты собирать будешь, а? Директор. Да, сегодня она дома. Сегодня потому, что у нас выходные такие хорошие, приятные будни. И она мне сегодня будет помогать. А если она дома, значит дела пойдут. Да, работа будет кипеть, как и всегда. В прошлый раз я говорил, а вы все начали спрашивать: вау, кухня круто, классно, что за... Сейчас, нормально. Что за фирма, что за серия? У нас тоже IKEA, мы такой не видели. В общем, смотрите, сами выдвижные шкафчики, вот, которые сейчас собираю, выдвижные. Это серия Максимера идет. Вот, сами шкафы, шкафы сами, навесные пеналы. Вот, это у нас получается серия Метод. А фасады у нас, именно наши дверцы, именно дверцы, это уже серия Будбин. Будбин, они крашеные, это эмаль получается. Ты тоже говоришь? Молодец, вот тебе учебник. Будешь изучать? Будешь изучать? Такая ты серьезная девочка. Вот, поэтому, кому интересно, запоминайте, смотрите, выбирайте. Еще раз говорю, ребят, насчет цены пока мы ничего не будем говорить. Но и цена еще зависит от того, какой длины будет кухня и высоту мы докупали, поэтому... Конечно, конечно, все от этого зависит. IKEA под заказ кухни не делает, сразу я скажу, потому что очень многие интересовались, очень многие хоть собой. Только модульный. Модульный, но я вам так скажу, есть онлайн, по-моему, даже запись. С вами там, я не знаю, как проведут... сборку. Онлайн она, может, через веб даже камеру. Честно, не знаю. Мы поехали туда, напрямую в IKEA. Вот, и там нужно предварительно в IKEA записаться, запись такая. И оплачиваете, по-моему, 500 рублей, да? Угу. Сейчас я не знаю вообще. В общем, эти деньги возвращаются вам, если вы у них покупаете кухню, да? Угу. Но на самом деле это тоже работа. Ну, я не знаю, как кому вообще. Нам просто попалась девочка, вообще просто золотая, молодец. Она просто... ну, либо она уже вот знает, что она делает, она много лет там, она просто вот с этих, ага, здесь столько, так, а ну мне длину скажите, там что будет, холодильник, ага, здесь вот так. И в общем она так грамотно все подобрала, потом она пошла с нами, ну я был с Леркой, с Тёмкой, Наталья, и она организацию всю выбирала, ящики, шкафчики, говорю, вот такие есть, вот такая фурнитура есть, вот, поэтому цена данной кухни много от чего зависит, от тех же даже выдвижных ящиков. Если вы просто дверцы у вас открылись, да, вот как здесь, да, примерно шкафчики, да, нежели если ваш шкафчик выдвигался, да, эта цена тоже скачет. От фасадов, какие фасады, тоже цена скачет. От фурнитуры от самой тоже цена очень сильно зависит. Вот, поэтому я же говорю, в конце мы озвучим всю цену. Цену мы уже будем озвучивать старую, ой, не старую, а новую, потому что, а смысл старую озвучить, потому что уже цены так взлетели. Все равно, кто, кому будет интересно, они данную кухню уже по этой цене не приобретут, поэтому я не думаю, что старая цена будет как-то актуальна на самом деле. Да? Mm-hmm. Я понимаю, там разница была. Сейчас просто по старой цене, или если брать... Не, ну мы просто назовем цену, не, да, вы отнимете 30-40%, которое подорожание прошло. Да, два подорожания прошло, вот, поэтому... Да все везде подорожало, вы сами все прекрасно знаете. Все, все везде, мебель, все, 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 все. Поэтому, конечно, дождитесь окончания. Ну, что у нас? У нас рабочий класс. Надеюсь, вы тоже приятно проводите время. Если заработает, вообще отлично и здорово. Ну ничего, отдыхать тоже надо, отдохнем как-нибудь. Вот, поэтому мы сейчас продолжим, я буду дальше собирать наши шкафчики, выдвижные, все полностью уже соберу. В конце уже мы поговорим, я уже отвечу на оставшиеся вопросы, все интересные вообще тонкости, нюансы. Кстати, вы уже видели, что мы там начали устанавливать духовой шкаф, все, поэтому мы тоже расскажем, для чего, зачем и вообще почему, да. И все узнаете, поэтому оставайтесь с нами, как всегда, интересно. Ну а мы погнали работать. We'll be right back.
Ну что, мы поработали, есть результат, как и всегда. Сейчас мы вам покажем нашу кухню. Вот, если честно, уже хочется, конечно, оконцовку показать. Вот, ну, все же, что работа, что дело, интересно вам представить и ответить на некоторые интересующие вопросы по кухне. Вот. Если буду вам полезен, мне тоже приятно. В общем, смотрим, уже более-менее уже что-то на что-то начинает похоже, да? Угу. Что-то вырисовывается, интересно. В общем, забил я все нижние шкафы, установил я их полностью. Вот. Но начнем, наверное, давайте со столешницы. Вот. Сейчас будет, наверное, трешка у кого-то, кто-то, возможно, уже увидел, спалил меня. В общем, чем я ее резал. Сейчас кто-то будет смеяться, кто-то будет охать. И... В общем, я сделал, распил столешницы диском по керамогранита. Такого нам нигде еще не видели, это вообще что-то с чем-то. Ну да, так бывает. Ну вот сделал. В общем, что хочу сказать. Не, нормально все получилось, в принципе. Ну, я вам так скажу, пойдем посмотрим. В общем, это наш стык, наше соединение. Да, есть кое-какая маленькая полосочка. Вот видите, да? Есть. Возможно, ее чем-нибудь чуток шпаклянуть, да? Не обычная, конечно, шпаклевка. Вроде шпаклюют вот, машинной шпаклевкой чем-то, да? И потом вскрыть ее, да? Конечно же, да, хорошо было бы сюда цельную. И, честно, меня цельная намного больше и нас бы устроила, потому что цельная, ну, она и смотрится, а тут все равно стык, он есть стык, да? А вот, просто вы все писали, у нас длина столешницы 3,20, у нас сделают только до 3 метров столешницы, вот. И поэтому такой длины я даже не знаю, где ее найти, у кого заказать. Вот. Одно дело найти, заказать, другое дело еще доставкой. Бывает просто гнут такую цену за доставку, что дороже выходит. Дороже самой столешницы, да. И желательно, кто делает, вот вы за стяжки говорили, желательно надо было мне 3 стяжки делать, чтобы середку тоже было хорошо стянуть. Вот в любом случае, мне кажется, ну я не знаю, опять же, я же говорю, нужно это место зашпаклянуть, видимо, и потом вскрыть либо лаком. Вот. Просто и вот я не знаю, как вот эта полоска себя проявит при попадании влаги и прочее. Не начнет ли она набухать каким-то образом, да, что-то происходить. Mm-hmm. Если что-то с ней начнется, как-то она крошится, отколупываться, то придется, конечно, вставить вставочку. Вот эту алюминиевую. Вот. Ну а там в дальнейшем, конечно же, будем думать о том, чтобы сюда цельную столешницу установить. Конечно же, было бы очень красиво, но. Ну, конечно, пока, говорится, мы об этом не думали, даже если с искусственного камня сюда поставить, это было бы очень круто. Нам, конечно, столешница понравилась, она подходит под наши полы, мы уже говорили. Единственное, знаете, что Наталья хотела лаком скрыть, потом я говорю, не сильно ли будет вот этот глянец сюда передавать, возможно, сделать лак какой-то, найти полуматовый или матовый, я не знаю. Ну, завтра, да, поедем, посмотрим. Обычно ее маслом пропитывают, но это же не дерево, это у нас получается пленка. Пленка на ЛДСП получается так. Вот. А так, в принципе, все получилось, поэтому я столешницу еще не устанавливал. Я ее просто поставил, соответственно, где я ее стыковал, на стяжке скручивал, на клей я брал. Не знаю, обычный какой тор у нас нашел по дереву, вот. На клей это все дело посадил. Вот. И поэтому я ее не крепил, но установил все наши шкафы. Возможности нету никакой, чтобы открыть все, снять и потом установить столешницу. Потому что если ее красить лаком, ну точно не кистью, потом может будет полосить. И опять же, здесь можно запачкать сейчас что-то, где-то как-то лак тягучий такой. И самый простой вариант, конечно, это вынести столешницу мне во двор и там ее с краскопульта покрасить. Недавно задали вопрос по поводу столешницы, откуда она, настоящее ли дерево и так далее. Я отвечу на вопрос, нет, это не настоящее дерево. В Икее есть точно такая же, с натурального дерева. Мы не стали брать, потому что отзывы не очень хорошие. Говорят, что со временем она разбухнет. Вот, поэтому мы взяли такую. Она дешевле. Да, она, можно сказать, бюджетная. Ну и все же, опять же, я же говорю, если мы найдем цельную, конечно, здесь вообще прям круто будет цельно смотреться. Угу. Круто и классно. Вот тут на самом деле, без всяких стыков, заморочек. Вот, по шкафам. Что у нас по шкафам? Все вы же знаете. Здесь у нас мойка. Я даже не знаю, как мне теперь ее открыть. Ее не, ты не откроешь. Вот, да.
Это не открывается. А, это же нет. Я думаю, что она не открывается. Глубокий. И, кстати, у нас все выдвижные шкафы, это очень удобно. Она дороже. Но я вам скажу, это оправдывает. Оправдывает, нежели вот дверь открыл. Ну вот, например, сверху, да? Типа как сверху. Да, вот открыли. Ну, здесь выдвижные, конечно, они... Ну да. Можно, ну а зачем, куда, как ты их вот так? Здесь ты открыл, да, положил что-то. Вот. Спасибо, что вы задвинули. Кто-то говорит, ваша доченька по достоинству оценит выдвижную вашу систему. Вот здесь будет контейнера под ведра, соответственно, под мусор. Вот, и, возможно, даже картошка какая-то, да? Да. И спокойно открыли, закрыли, все плавно закрывается. Тоже второй неглубокий, надо под пакеты что-то, да? Угу. Здесь посуда. Посуда глубокий шкаф. Очень глубокий. К примеру, да, в IKEA глубокие шкафы, если у вас места хватает, в IKEA есть дополнительные полочки, можно их дополнительно устанавливать. Сюда, закрывашка, еще две получается, это у нас здесь будет плита, кстати, у нас не газовая, да, индукционная плита, газовой плиты у нас не будет, вот, и получается бутылочница, бутылочницы две у нас, две мы их разделили, вот они вот такие глубокие, классные. Вот одна, вот вторая. Я думаю, здесь Наталье с головой хватит. Да, и здесь вот, может, некоторые сейчас скажут, что бутылки как положишь, и они будут падать. А здесь будут разделители такие, поэтому никуда бутылки падать не будут. Потом покажу. Она все знает, она уже все прошарила. Единственное, мы, по-моему, не купили, тоже кто-то в комментариях писал про коврики антискользящие. Я купила. Купили, да? Да. А ну, значит, уже есть. Ты же уже все знаешь, да. И установили наш духовой шкаф Гориня, уже устанавливали микроволновку, пока мы его просто не сняли, подгоняли, там есть кое-какие тонкости, мелочи, подгонки техники. Вот, единственное, там поддон под шкафом, он регулируемый. Знаешь, у меня, ты видела, что у тебя тоже с доводчиком? Да, мы говорили об этом. Классно вообще. Я от Сочи помню, бах. Да. Ну, честно, это такие моменты бывают, да? А когда с доводчиком, собственно, классно приносит. Хорошая новость, это то, что вроде бы в пятницу уже должны привезти наши дверцы. Не вот. Вроде бы, мне смс пришло. А, ну вот все круто. У нас забирают, нам привозят, и мы все забиваем до конца, закрываем. А здесь еще у нас, я уже говорил, дополнительный шкаф кухни у нас получается до конца. До конца. Длина у нее получается там... Почти 7 метров, там 6,90. Вот, да, в районе. Что сказать по кухне, друзья, опять говорю, пока только положительные эмоции. Вообще классно, все здорово. Насчет шкафов, смотрите, как удобно сделали. Я сравниваю по своей старой кухне, по обычной стандартной, да? В отличие от обычной, допустим, да, кухни, когда вы установили, прикрутили полку, все, встало, да? Здесь в IKEA можно... вот этот фасад регулировать, поднимать его выше, ниже, вот регулируется, и сдвигать его влево, вправо. Понимаете, да, вам не нужно мыться, лезть туда, к вашей фурнитуре, тем самым можно четко прям вообще отрегулировать наши дверцы, и все будет прям вообще идеально здорово. Потом плашечки закрываются, здесь вообще ничего видно не будет. Вот они, наши заглушечки, я их пока так положил, вот. Во всем остальном, я не знаю, одни положительные эмоции. Еще раз говорю, как удобно. Не нравятся фасады, быстро их сняли, поменяли на другие. Потому что у IKEA все стандартные размеры, по тем же размерам вы подбираете себе фасады, меняете. Вот кто-то многие, ну кто-то писал даже, 2-3 человека, вот спустя там 7 лет, 10 лет, ну, стали скучные фасады, просто мы их сняли, поменяли на другие. Все, вся кухня остается, в чем удобство, да? Если бы у вас была под заказ кухня, ну, конечно, я понимаю, если у вас нестандартная площадь, да, тогда да. А если у вас кухня на одну стену, да, и ничего, да, не мешает, никакие там трубы еще, 5-10, да, тогда вообще идеально, я вам советую брать IKEA. Тем более, я же говорю, такую гарантию, как IKEA, никто никогда не дает. 25 лет гарантии, друзья, 25 лет гарантии. Пока, я же говорю, по зазорчикам ничего не смотреть, еще ничего не регулирую, вообще нигде. Вот, еще потом все отрегулирую, все встанет. Кстати, по дверце, как вы заметили, вот эта дверца, она была вот здесь.
говорили, перевесь сюда, и будет такая интересная симметрия. Да, мне кажется, так более правильно будет смотреться. И вот здесь две стеклянные полочки. А так их можно переставлять куда угодно. Хоть сюда, дверка очень легко, быстро снимается. Раз, отстегнули защелку, быстро перевесили, и все, никаких проблем нет. Эти дырочки, у нас есть белые заглушки, это можно все закрыть. Кому как, кому не напрягает, мне сейчас вообще не напрягает то, что они есть. Ну, ну можно заглушить, кто хочет, да? В любой момент очень удобно переставить, в любой момент, это вообще очень большой плюс хозяйке. Полка не понравилась, но эта полочка будет здесь, знаете почему? Потому что она закрывает, можно сказать, вот эту раскладку, и просто если эта полочка будет здесь, ну не совсем будет это смотреться. Вот. А так в плане закрытых шкафов, да, всех вот этих полок запросто высунули, не понравилось, переставил, не понравилось, вообще убрал. Здорово, здорово, честно, мы вообще довольны, мы вообще просто вот как слоны, как мамонты. Здорово, не знаю, что вы и так уже очень много сказали, всем вам понравилось. Да, тот ролик прям... Классно, да, вы прям были в восторге, на самом деле мы тоже в полном восторге. Вот я вам так еще раз скажу. Хорошо, конечно, что получилось вот так все приобрести, но я вам так скажу, если бы у нас в плане... не хватало бы средств на данную кухню, мы бы не покупали, я сказал, кухню. Три, я даже готов был 5 лет ждать, вот, на самом деле, да? Но чтобы через 5 лет у вас вот такая кухня стояла, на самом деле, это... Кстати, в Экипе, по-моему, даже рассрочка есть, да? Да. Я вот это не узнавал, по-моему, даже есть. Там, по-моему, даже какая-то акция есть, если новостройка или... молодожены или что-то, первая семья, они там какую-то скидку, по-моему, даже делают. Ну, их там тоже такие свои вот есть интересные штучки. Поэтому я говорю, лучше даже 10 лет подождать, но вот данную кухню поставить. Вы говорите, Наталья там устанет отмывать, протирать, я вам так скажу, она уже ходила. Привет, привет, моя сын. Ой, ты моя помощница, моя молодец. Ой, как все помогает, молодец, да. Ручек нету, да, ручки будут. Ручки все правильно, будут черные. Черные широкие ручки будут на... Ну как широкие, не совсем, вот такие где-то. Сантиметров 12-15, может. На широких дверках, на вот таких будут маленькие такие. Вот кругленькие, черненькие. Вот, увидел. Единственное, под ручки уже здесь нужно сверлить самому. Вот, потому что вы сами выбираете, где будете устанавливать. Но... перед этим, конечно же, сразу уже нужно убедиться, что вот все, двери станут здесь, это станет здесь. Потому что когда, если мы уже начнем куда-то передвигать, то уже не получится, да? Если у вас что-то по кухне интересно, пишите, мы ответим на ваши все комментарии обязательно. Вот. Ну и обязательно, друзья, очень много вопросов повторяющихся, постоянно. Поэтому, друзья, я вам вот настоятельно советую, рекомендую просто подписаться, поставить оповещение, и тогда вы будете в курсе всех событий. Просто есть уже определенные темы, мы уже не раз на это отвечали, и люди, я не то что там говорю, там, ну просто новое видео и те же самые комментарии, там бывает по 15-20 раз задают. Поэтому я вам рекомендую подписаться не только на этот канал, у нас еще есть и второй, и третий, а скоро будет и четвертый. Наталин канал, где она будет здесь, как говорится, править балом. Вот. Но самый главный вопрос мы, конечно, ответили. Это по верхние шкафы, это последний ряд. Я думаю, уже все мы четко разложили. Ну и напоминаю, конечно, кто еще, кстати, не видел обзор на фикс прайс, на новинки крутые, интересные. Там были комбинера и самая главная вещь, которую мы купили. Я спасибо всем тем, я уже говорю, кто угадает, тот красавчик. Вы капитальный красавчик. Да-да, несомненно, друзья, это был лук посевной, который я не удержался, уже приобрел. Вот, и всем тем, кто говорит, что лук зимой не сажает. Ребята, лук сажают тогда, сажают... в то время, смотря какая у вас погода. Соответственно, конечно, когда заморозки, лук никто не будет сажать, потому что луку нужно адаптацию пройти в земле, чтобы просто, если его посадите и ударит заморозок, то он замерзнет. Хотя, вы знаете, что говорю? Лук, ребята, он вообще уникальный. Кто помнит, в том году мы уезжали в Краснодар, и я отсюда выносил картошку, лук и оставлял в гараже. И тогда ударили морозы, минус 26-30 градусов было мороза. Я когда приехал, у меня лук был как вот лед. Лед в гараже. Ой, нет, ой. Кто там? Ой, кто, видимо, идет? Где, давай подсюда. Да, где? Что там, уколоть?
Все прошло. Все. Прошло все. Ой. И я думал, ему все. Вот представьте, какой был мороз, просто лед был. Угу. Когда начало теплеть, отходить, он начал прорастать. Треть из этого лука начала прорастать. Прорастать, я его еще посадил, он мне еще рос. Вот, поэтому, если сейчас у нас вот заморозков нету, да, посадить, ну, не говорю сейчас, чуть попозже, конечно, уже можно даже. В феврале, угу. Да. А так надо было чуть раньше, за месяц сажать, запросто. Вот у нас был уже пер, рос, у меня уже цветы начинают сходить. Там кипарисы начинают сходить, еще что-то там вообще. Будем думать, что делать со столешницей. Вот, как надумаем, придумаем, сделаем. Уже я ее устанавливаю. Ну, в любом случае, мы ее устанавливаем. Сколько будем ей пользоваться, не знаю я. Вот, уже чтобы мне полностью отрегулировать кухню, внизу заглушить все, ну, соответственно, надо посудомойку еще установить. Вот, наши дверцы. И вот здесь вот будет у нас, как сказать, рейка, да? Рейка, да. Здесь будет такая накладка, декоративная лейка, а такие вот здесь и сверху. Ну, посмотрим, как пойдет, как мы решим сделать это все. Надо будет еще вытяжку повесить. В общем, по мелочи, друзья, очень много еще работы. Вроде кажется, что там взять, и очень много. Вот, поэтому, ну, хочется уже идти потихоньку к завершению. Я думаю, на этой неделе мы уже такой толчок сделаем хороший. Ну, не на это, и на следующее, считай. Ну, я думаю, еще недельки две, и бурян уже все. Уже и шторки повесим, уже да. Будет висеть, и занавесочки, и полы, все затрется. Да, кто не знает, мы хотим гостиную и нашу спальню закончить полностью, и потом пойти в ванну и гардеробную там сделать. Да, а здесь уже возможно, да и невозможно, наверное, уверен. Наталья уже будет вот свой мастер-класс устраивать. Потому что она ждет, не дождется, когда же она эту духовку опробует. Она говорит, у меня настолько режимов, она вообще прям просто вот топор кидайте, чугунок туда, водички, он сам там все кашеварит вообще просто. Ничего не нужно делать, да, моя мама? Да. И Лерка, да, уже дети, уже телек повесим, уже тут будет совсем по-другому. А я потихоньку продолжу работать, потому что на самом деле нужно заканчивать. Сейчас туда-сюда, температура плюсовая восстанавливается, и у меня ждет фасад нашего дома, нужно преображать. И ждет огород, люди ждут. Ой, огород даже не знаю, что там как, потому что мы хотели еще курочек чуть-чуть завести для себя. И вот не знаю, как правильно это распланировать, куда их определить. Временно не хочется уже, знаете, надо, чтобы четко уже было понятие, где будет теплица. Я так думаю, большую теплицу нам тоже не надо. Знаете, мы то, что подумали, и честно, с этого клочка огорода, который говорили, там ничего не вырастет, да? Мы не знали, куда деть овощи. С головой было. Поэтому, мне кажется, вообще мини-теплицу поставить, зачем там? Ну, пару кустов черри посадить, классно. Пару кустов огурцов, зелень, все. Ну, там будет, не знаю, там болгарский перец. Такая зелень повседневная, все. Куда еще, вот куда? Для нас, для семьи хватает, ну и все. А зачем там лишнее вот это помещение топить? Все правильно расставить, распределить. Вот. А остальное лучше вот реально опустить куда-нибудь на хозяйство. Да? Все будет хорошо. В общем, все увидите. Да? Мы будем заканчивать. Я вам желаю приятных выходных, чтобы они у вас прошли от души, вы отдохнули, набрали сил, да, и потом как рванули, чтобы вас потом никто же не смог догнать. Да, моя маленькая? Ну, а мы тоже потихоньку продолжаем свой ремонт. У нас сегодня прекрасная, шикарная погода. Сейчас пойдемте попьем хорошего, приятного, ароматного чая. Да, возможно, посмотрим какой-нибудь хороший фильмец. Вот. И тем временем, а вы посмотрите нас. Напоследок, конечно же, я вам пожелаю всего самого хорошего. Главное, здоровья, еще раз здоровья, мои дорогие. Любви вам, удачи, да? И пусть все будет, как всегда, хорошо. Надолго мы не прощаемся, скоро мы с вами обязательно увидимся. Всем счастливо. Пока-пока, да? Пока, мой хороший. Ай, маленькая, пока-пока. Ай, моя красотка. Пока-пока. Ай, люблюшки. Ай, люблю тебя. Ой, моя сладость, ой, моя. Все, пошли, целовать.